На протяжении многих лет в нашей стране реализуется республиканская программа по обучению учащихся младших классов плаванию. Цель ее проста – помочь школьникам преодолеть боязнь воды и научиться уверенно себя в ней чувствовать. Приходят дети, непосредственно даже еще испытывают страх перед водой. Есть и такие. Вот. Умение научить ребенка держаться самостоятельно в воде, долго держаться, без вспомогательных средств. Также умение дышать – это самый крайне важный фактор в процессе обучения. Вот. Ну и вода – это эмоции, это положительные эмоции. Естественно, когда ребенок чувствует страх перед водой, то здесь должны помочь все непосредственные учителя физкультуры, и мы, инструктора, помогаем. Обучение плаванию проходит учащиеся всех 18 школ и гимназий города. Занятия проводятся на базе бассейна в специализированной детско-юношеской спортивной школы номер 1 и средней школы номер 14. Одни классы будут проходить обучение в первом полугодии, другие во втором. Возраст детей, попадающих под программу, 8-9 лет. Это, по мнению специалистов, оптимальные годы для обучения плаванию. Это самый удобный возраст, это 8-9 лет, когда дети уже более подготовленные, они более восприимчивы к информации, они хорошо запоминают, то есть они уже и более самостоятельны, поэтому их в этом возрасте легче обучать. Программа идет 24 часа. За 24 часа занятий, а это около 3 месяцев, дети обучаются жизненно важным навыкам. Убрать у детей страх перед водной стихией – задача преподавателей. На занятиях дети учатся задерживать на короткое время дыхание, правильно работать ногами и руками и постигать все умения, необходимые для уверенного плавания. За 3 месяца ребенок должен освоить элементы плавания, обучение кроль на груди и на спине. Умение держаться. Первая задача, очередная задача – это научить ребенка самостоятельно держаться без поддержки на воде. Это крайне важно. Почему? Потому что на сегодняшний день статистика несчастных случаев, как говорится, не радует. И хотя бы снизить вот эту статистику, проводится вот этот всеобщ по обучению плаванию. Еще одним плюсом программы может считаться и оздоровительный эффект, который дает плавание. К тому же нередки случаи, когда повзрослев, дети начинают посещать секцию плавания. Так что реализуемая программа поможет не только научить детей жизненно важному навыку, но и выявить ребят, которые со временем засияют на спортивном небосводе.